Всем добрый день. Сегодня у нас 24 февраля. У меня очередной вывод загорских лососевых. Вчера вывод начался, но вот еще не все вывелись. О чем это видео? Меня попросили понагляднее, что ли, показать, как выглядят девочки и мальчики. У меня есть уже на эту тему видео. Ну вот попросили еще раз показать поподробнее. Девочек можно отличить сразу и мальчиков. У девочек на спинке будет вот такое пятнышко серенькое. Может быть просто маленькая точечка. Вот девочка. Вот маленькая точечка такая вот серенькая на спинке. Вот тоже девочка. Мальчики будут чисто белые. Вот мальчик. Он весь желтенький. Вот мальчик. Вот у меня опять очередной вывод. Здесь 31 цыпленок. Пока еще не все вывелись. И всего я насчитала 4 девочки. Остальные все мальчики. Ну, по крайней мере, то, что я вижу. Раз. Два. Три. Четыре. Нет, это грязь. Вот, похож девочка еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Лучше, конечно, их уже видно, когда они обсохнут. Семь. Это, скорее всего, тоже девочка. Пятнышко есть небольшое, но есть пятнышко. Вот, как всегда, большинство петухов. А, вот еще девочка. Ой-ой-ой. Вот еще девочка. Вот видите, маленькое пятнышко вот на голове и на спинке. В основном на спинке. Через недельку, через две они уже будут рыжеть. Прямо такой рыженький окрас будет у девочек лососевый. Мальчики начнут темнеть. Прямо появятся такие темные-темные перышки сразу на крыльях. Вот так вот можно отличить мальчиков от девочек. Вот это мальчик. Вот он просто весь желтенький такой вот. И девочка. Или вот с такой полосочкой. Вот еще раз показал. Здесь побольше полосочек. Все, товарищ. Надеюсь, всем все понятно.